приходит сзаду помочь. Я говорю, пожалуйста. И повез меня туда. Появление такого помощника стало для пенсионера сюрпризом, но отказываться от крепких рук 85-летний Виктор не стал. Нужно было подняться на второй этаж, а без посторонней помощи это сложно. Инвалид надеялся, что Дмитрий альтруист, но, как выяснилось, аферист. Деньги, портмоне. Ага. Сколько денег было? Около 18 тысяч. После кражи Виктор тут же сообщил обо всем в полицию. Оперативники поймали Дмитрия. К этому времени он еще не успел потратить все деньги. Принятыми мерами розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Новоярского района, ранее несудимый, в квартире которого в ходе проведения обысковых мероприятий были обнаружены похищенные денежные средства. Что говорит, надо довезти? Что? Куда? Довезти до дома. Угу. Я довез до дома. В отдел полиции Дмитрия доставили, судя по виду, прямо из постели. Вчера ему было, видимо, очень хорошо, а сегодня болит голова, да еще и пристают с вопросами. С деньгами что сделали? Извел. Все? Ну, извел. Все или нет? Или что-то осталось? Что-то осталось еще. Сейчас возбуждено уголовное дело. Дмитрию грозит до 5 лет тюрьмы. Михаил Вагин, место происшествия.